ответственном обращении министра строительства сформулировали актуальные проблемы технического нормирования строительной отрасли и, в принципе, те задачи, которые в ближайшую перспективу стоят перед государством в этом направлении. Значит, нормативная база, которая является основой качества, прогресса и безопасности в строительстве, предусматривается вот в ближайший вот этот период выполняться в рамках государственных заданий, о котором уже Александр Ильич говорил. Значит, государственные задания реализуются Федеральным центром нормирования и стандартизации на принципах свободных торгов. И в этом году план этого государственного задания включает в себя 5 направлений. Первое направление – это организация проведения работ по разработке и подготовке к утверждению проекта сводов правил в области строительства. Второе направление – это мониторинг и анализ действующих нормативных документов в сфере строительства в целях разработки предложений по актуализации и обеспечению согласованности соответствующих нормативов в этой сфере. Третье направление – это организация проведения научно-исследовательских работ, обеспечивающих определение нормируемых параметров, которые, собственно, и являются основой для включения их в соответствующие нормативные документы. Четвертое направление – это организация проведения методической и разъяснительной работы по вопросам технического нормирования в сфере строительства. Мы, кстати говоря, это четвертое направление мы сегодня с вами как раз и реализуем. Я бы хотел отметить, что вот это направление реализуется на площадках ведущих в этом году и в следующем году ведущих строительных и научных институтов, это ваш институт, Институт центральных зданий, НИЦ строительства, Институт строительной физики, то есть это те флагманы, которые, собственно, определяют техническую политику в части применения новых конструктивных решений, новых материалов, новых нормативов строительных процессов. Ну и, наконец, пятое направление – это формирование и ведение автоматизированной информационной системы технического нормирования и в целях обеспечения прозрачности и доступности соответствующей нормативной документации для пользователей, различных пользователей, это и строители, и проектировщики, и организации научно-исследовательских программ. Очень кратко остановлюсь на каждом из этих направлений. Значит, по проведению, по разработке и экспертизе нормативных документов. Значит, предусмотрено в этом году с переходом 15-16 год предусмотрено разработать 124 проекта сводов правил, изменений к сводам правил и актуализации утвержденных ранее строительных нормативов. Причем 22 свода правил будут утверждены уже в 15 году. Значит, какие, это основные, скажем так, направления в строительной сфере. Начнем с инженерно-геологических изысканий. Дальше основания, фундаменты, основные положения надежности строительных конструкций. В области защиты от опасных геофизических воздействий. В области строительной физики, это внутренний климат и защита от вредных воздействий, теплофизика и так далее. В области градостроительства, в области зданий и сооружений, в области сооружений транспорта, в области магистральных, промысловых, трубопроводов, в области обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных тех. В области сооружений канализации. И так далее. То есть и большой блок нормативных документов непосредственно по нормированию строительных конструкций.
это каменные, деревянные, железобетонные и вот другие, в том числе стальные, чему сегодня посвящает тема сегодняшнего семинара. Значит, по поводу мониторинга и анализа действующих нормативных технических документов. Они также проходят, практически охватывают все те направления, о которых я сказал. То есть это мониторинг, касающийся строительства, строительных конструкций, различных типов строительных конструкций, в сфере строительства, строительного производства, в области информационного моделирования. Сегодня это очень тоже актуальная тема. Информационного моделирования как при проведении исследовательских работ, так и при проведении проектных работ. В области гидротехнических сооружений, в области проектирования жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий. То, в общем-то, это практически сфера деятельности вашего института. В области сооружений транспорта, трубопроводных систем и так далее. И, наконец, большой блок работ – это научно-исследовательские работы, которые по существу дают основание для разработки нормативных документов в следующем периоде, то есть вот 16-17 года. Значит, какие здесь, вот я так из числа тут все написано, видите, ну, наиболее такие актуальные восстановились. Это уточнение параметров сейсмических и динамических воздействий на здания и сооружения. Как известно, в нашей стране даже после распада Союза примерно 25% сейсмоопасных регионов осталось. Поэтому эта тема очень актуальна. И вопросы, связанные с нормированием в этой области, они, конечно, в первую очередь направлены на обеспечение безопасности населения, которое проживает в этих регионах. По определению нормируемых параметров и разработке методик расчета строительных конструкций, о чем сегодня тоже будут доложены очень интересные доклады на этом семинаре. Значит, при определении нормируемых параметров и методик расчета оснований фундаментов и параметров усиления грунтов, по проведению экспериментальных исследований свойств строительных материалов и конструкций, которые, собственно, и являются основанием для при проектировании различных объектов капитального строительства. Самое главное, конечно, при этом делается упор на обеспечение требований федерального закона 384-го технический регламент безопасности зданий и сооружений, за эту сферу, которое, так сказать, государство несет прямую ответственность перед гражданами, своими гражданами. Вот. Ну и работы, которые связаны и направлены на разработку нормативов в области эксплуатации зданий и сооружений, ну и, соответственно, конструкций, из которых эти здания и сооружения проектируются. Ну, как известно, вы все хорошо знаете, при проектировании новых объектов капитального строительства, ну, на сегодняшний день где-то действует порядка, ну, больше 200 нормативных документов. А вот что касается эксплуатации объектов капитального строительства, ну, тут и десятки посчитается. То есть это, конечно, недопустимая вещь, и федеральный закон, о котором я уже сказал, он требует обеспечения безопасности зданий на протяжении всего жизненного цикла. Вот этот второй этап, а он наиболее длительный. Как известно, первый этап составляет, ну, где-то от 2 до 5 лет, собственно, сам процесс строительства. А вот процесс эксплуатации, он длится до 100. Вот этот период должен быть тоже охвачен соответствующим нормативной базы, которая незаслуженно была, скажем так, игнорирована в предыдущие годы, что, собственно, привело вот к тому, что на сегодняшний момент у нас практически процентов 70 основных фондов находятся, ну, в изношенном состоянии.
то есть там, из них большое количество верхней головы, как касается женщин. Поэтому вот этот вот блок вопросов тоже очень актуален, и он присутствует в соответствующих при формировании планов на будущее. Но я практически перешел уже к формированию плана будущего года. Он как раз формируется по тем же самым основным направлениям, о котором я уже сейчас сказал. Это планы, связанные с разработкой нормативов, связанные с проведением научно-исследовательских работ, с работами по анализу и мониторингу нормативных документов, которые, так сказать, они все время в движении. Эта система нормативная, она не просто не закостенелая, она постоянно совершенствуется, и поэтому здесь эта работа чрезвычайно важна. Вот. Ну и два слова, о чем бы я еще хотел сказать, это вот о теме вашего семинара, нашего семинара, который мы сегодня проводим. Конечно, безусловно, чрезвычайно важна эта тематика, поскольку металлические конструкции, они давно применяются, и они себя зарекомендовали как метод прогрессивного технологического строительства, поскольку обеспечивают высокую скорость монтажа, они обеспечивают комплектность сборки, они обеспечивают легкость конструкции. Особенно следует, доклад у вас будет очень интересный, я считаю, что доклад, который на сегодня, наверное, будет как раз вот раскроет те проблемы, осветит те проблемы применения новых легких несущих конструкций, которые вот в последнее время широко начинают завоевывать строительное пространство нашей страны. Ну и проблемы, которые, наверное, я не знаю, вскользь, может быть, о них кто-то скажет, это проблемы вот использования вообще вторичных металлических конструкций. Проблемы существуют, появились новые предприятия. Но здесь надо очень внимательно к этому подходить, поскольку надо четко себе представлять область их применения и организационно-технические вопросы. Как обеспечить качественную поставку конструкций бывших употребления с тем, чтобы они не превратились в некое подобие сбора металла лома для переплавки. Это должны быть соответствующие структуры, соответствующие организации и соответствующий контроль качества.